Хотела отправиться в тур по арабским странам, но вместо этого лишилась 18 тысяч рублей. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 38-летняя жительница Сыктывкара. По словам потерпевшей в одном из каналов популярного мессенджера, она увидела розыгрыш путевок на круиз по Персидскому заливу и решила поучаствовать. Буквально в этот же день с женщиной связался менеджер сайта и сообщил радостную новость. Сыктывкарка стала обладательницей главного приза и проведет отпуск в арабских странах. Менеджер поздравил заявительницу с победой, однако сразу добавил, что для получения путевки ей необходимо оплатить топливный сбор – порядка 18 тысяч рублей. Когда женщина перевела деньги, аферисты попросили оплатить еще и питание. Лишь тогда потерпевшая сообразила, что имеет дело с аферистами. Это уберегло ее от еще больших финансовых потерь. В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Идет следствие.